Меня зовут Елена Крутоверцева, я тренер по ораторскому мастерству и резидент бизнес-инкубатора. Я организую и провожу обучение по ораторскому мастерству для детей и взрослых в городе Тула. Пандемия, естественно, негативно сказалась на моей деятельности, потому что все очные занятия были приостановлены. С 25 марта вышел указ, и мы не смогли больше работать в живом формате. Те меры поддержки, которые оказало мне государство, помогло мне не закрыться, а выстоять и оставаться на плаву до сего момента. А именно, в бизнес-инкубаторе у меня произошло обнуление арендной платы. Таким образом, снизился платеж ежемесячный, и мне очень помогла субсидия, которая была предоставлена нашим государством в размере 12 130 рублей. Я ее получала дважды, за май и за июнь 2020 года. Все было очень просто, нужно было просто перейти по ссылке, заполнить несколько граф, и автоматически было сформировано заявление, которое просто нужно было отвести в налоговую инспекцию. Это абсолютно не составило каких-то сложностей, и субсидия была перечислена достаточно быстро. То есть я даже сама не рассчитывала, что это в достаточно короткий срок будет исполнено. Сейчас ряд ограничений снят, и мне разрешили работать пока только на свежем воздухе. Мы постепенно возвращаемся в очный формат, но пока еще не в помещении, пока еще только на свежем воздухе. И я уверена, что в ближайшее время мы сможем вернуться в полноценный очный формат моего обучения.